На турнире Гран-при Иван Ярыгин весовой категории 57 килограммов все якутские борцы потерпели поражение. Финал будет чисто дагестанским. Артем Гебеков против Заура Угуева. Сейчас в Красноярске идет процедура взвешивания в категориях 61, 86 и 120 килограммов. Завтра на ковер выйдут 9 якутян. Все схватки ярыгинского турнира смотрите на нашем сайте nvk-online.ru.